I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. Ну что, ребята, всем привет, всем доброе утро. У нас давно уже обед, мы выспались сегодня с Эвелиной. Уже позавтракали, приехал Коля, привез цветы, шарики, тортик купил. Замечательно. Мама меня уже поздравила с утра, близкие поздравляют, пишут, звонят. Вот, и мы сейчас собрались ехать в храм. Мама тоже там одевается. А мы с Эвелиной тоже одели свои платьишки, так что мы сейчас поедем в храм. У меня давно была такая мечта. Если бы я оказалась рядом с храмом в свой день рождения, я бы обязательно туда сходила. Поэтому мы покушали. В идеале, конечно, я хотела прямо с раннего утра день начать с этого, но из-за того, что у меня доченька, я не могу ее покинуть. Она меня потеряет, пока она досыпает, поэтому я побыла с ней. Мы вместе покушали, оделись и сейчас уже поедем. Коля лег поспать, он с ночной смены, поэтому мы поедем втроем. Да, цветочков много, да? Да, бежит, спешит Авелиночка в храм. Как ты там наступила? Вот, мама, это сумочка. Интересно, какая? Эвелина у нас увидела рай камней. Она тут недавно полюбила их бросать. Тут рай. Все, кидай. Мы с Эвелиной уже поспали. Мама готовит стол. И вот здесь вот фирменные кабачки у нас будут. Я таких ни разу не ела. Но фаршированные творожной массой. Да, с сестрой они готовили. Присылали мне. Вот сейчас буду я тоже пробовать. У нас работает пылесос, Эвелина заставила включить его. В день так по раза 2-3 точно она заставляет нас его включать. Она его любит, в том смысле, когда он работает. Но в то же время она его боится жутко и заставляет постоянно брать ее на руки. Сейчас она, правда, кушает, сидит. Вот. Ну, вот он сейчас может здесь потупить немножко. Давай-ка, проходи. Идет с ним. На камин почему-то постоянно пытается залезть. Видите, пытается его оседлать. Да не надо тебе на камин, дурачок. Не лезь. Я сейчас хочу сходить в магазин. У нас опять портится погода, опять будет дождь. Уже завтра обещают. Весь день вроде дождь. И сегодня начнется он вечером. Короче, я не знаю, как днем сегодня не было дождя, потому что, по идее, на Авелинин день рождения должно было быть солнце, а на мой дождь. Ну, все поменялось, походу. Сместилась погода. Я пошла сейчас в магазин, мне нужно для Авелининого тортика. Ну, вообще, Коля привез тортик, я так понимаю, на мой день рождения, но я решила, что мы на мой лучше покушаем капкейки, вот, которые здесь тоже, блин, купить. Еще и донести это тоже проблема, потому что в магазине маме испортили один капкейк. Они просто положили его в мешочек, в пакетик. Представляете, вот этот красивый крем, который шапочка. Взяли его, просто завернули в пакет, все сбили. Это был вообще, конечно, ужас. И пришлось вместо... Ну, они все такого фиолетового, сиреневого цвета, крем. И пришлось маме зеленый добирать, потому что больше не было вообще. Вот, и торт, который Коля привез, он как раз белого цвета, я хочу его украсить топперами. И вот за этими топперами как раз я сейчас иду в магазин. Тут такие яркие клумбы, много-много цветочков, вообще красотища. Но небо, ветер, вообще. Я зашла здесь в детский магазин, здесь что только не продается. Вот, кстати, классно, что в Саянске есть такой магазинчик.
хожу по магазину, выбираю что-нибудь. Но пока ничего так не приглянулось. Просто смотрю, что здесь есть. Тут, кстати, есть эти гель для стирки даже. Здесь, кстати, вот в Мэпсе очень много фирмы. Ну вот, а Хаггис только такие. О, какие корзинки милые наверху стоят. Вообще много чего здесь хорошенького есть в этом магазинчике. Но цены, конечно, выше, чем у нас. На что-то. В основном немножко все наценено, конечно, видимо, за то, что везут, наценяют. Сходила в магазин, развеялась чуть-чуть, и прям отдых сразу немножко такой появился в голове. Отвлеклась, докупила Авелишке еще две фигурки в подарок. Я обязательно вам покажу, что мы ей будем дарить. Мне пришел подарок от Икеи для нее. Плюс я купила кое-что, и сейчас я докупила фигурки. Все вам покажу обязательно. Ходила еще, узнавала насчет шаров. Вот, знаете, у меня сейчас так, наверное, всегда и будет проходить, что в свой день рождения я буду готовиться, ну, отмечать, конечно, и плюс докупать, добирать что-то, если я не успела, для Авелины. Я не знаю, почему так Господь распорядился, что Авелина должна была родиться на следующий день после меня. Честно, я не знаю. Наверное, потому что я сильно хотела, чтобы она была июльская у меня девочка, а не августовская. Не знаю, почему. Но вот так получилось, и в любом случае я знаю, что это не случайно, и так должно было быть просто. Ну так вот, в мой день рождения я сходила, докупила дочери, купила топперы на торт. В этом году буду украшать сама тортик. Потому что тоже была история у меня с кондитером. Здесь в Саянске не получилось эта история. С несколькими я консультировалась, узнавала по дате и так далее. Но уже с одним начала прямо проектировать торт. И, в общем, здесь, конечно, люди, ну, некомпетентны, одним словом. Поэтому я решила не связываться, а просто сама придумать какой-то декор. Вот, так что тоже вам обязательно покажу, как мы украсим тортик. А сейчас я уже пришла. Я уже пришла с магазина, мама тут наготовила полный стол, спасибо ей огромное. Вот эти кабачки, картошечка, здесь помидорки, салатик тут, тут тоже салатик, огурцы и вот здесь салатики. Thank you.
как вы правильно поняли, Коля подарил мне на день рождения кухонный комбайн. Как же к нему подойти-то? Бош. У него супер куча функций. Я просто в шоке, если честно. Ну, я думала, что это возможно, но чтобы это прямо произошло со мной, я пока не верю. Потому что я еще не пользовалась, не трогала толком его, не умею вообще им пользоваться, буду учиться. Вот здесь какие-то характеристики есть. Но в его составе, получается, он умеет около 10, по-моему, функции выполнять. Здесь есть мясорубка. Так, либо вам с другой стороны показать чего-нибудь. Вот. Здесь есть мясорубка, блендер, миксер, соковыжималка. Потом какой-то нарезатель чего-то. Короче, все, что я хотела. Здесь есть крюки для того, чтобы стряпать хлебушек, выпечку, делать крема сливки. В общем, кучу всего. Чем ты недовольна? Кроме этого, вот этот шикарный букет цветов тоже от Коли. Тортик, который у нас в холодильнике, завтра вам его уже буду показывать. И шарики. Где наши шарики, дочь? Пойдем-ка посмотрим, где шарики. И вот эти шарики. Всем привет, привет. А это бежит, думает, ты ей сделала. Ой, чего? Сразу к тебе. Мой маленький такой, да? На, ставь. Так, скажи, нажми. Вот. Молодец. Закрывай. Вот. Вот умничка какая. На голове у меня уже, конечно, никакой прически, ничего нет, хотя я сегодня ничего особенного не делала. Сначала я одела ободок, который здесь у меня был дома давно-давно. Я его давно не носила. Вот. А потом я делала крабик. Короче, сегодня весь день как могла, так делала себе прически. Я на самом деле... У меня не получилось завить локоны. Ну и на самом деле, наверное, это было бы даже бессмысленно. Потому что все равно я занимаюсь Эвелиной постоянно. Она часто, кстати, просится на руки сегодня. Поэтому у меня... Была бы не прическа, а таз. А собранные волосы всегда удобнее. Но я не об этом. Я на самом деле сейчас хотела... У меня есть просто минутка, пока Авелина кушает там. Ее кормят. Я хочу показать вам подарки. Что мне подарили. Я тут приготовила такую вот сумочку. В общем, как вы поняли, Коля мне подарил классную супер вещь, которую я давным-давно хотела. Мама мне подарила денежку. Колина мама мне тоже подарила денежку. А вот в этом мешочке, я, кстати, вам показывала цветы, которые мне Юля прислала. Я совсем не снимала, но мне с утра Юля, моя подруга, самая первая, наверное, ранним утром прислала курьера с букетом цветов. И с запиской. Я прям вообще... обрадовалась. Было очень приятно. Цветочки стоят на кухне. А в этом пакетике у меня есть еще такие подарочки вещевые, которые можно потрогать. Вот. Смотрите, в общем, вот эти носочки мне подарила тетя. Она передала через маму. В общем, куда ездила моя мама? В Башкирию, в Башкортостан. Там есть, в городе, где они недалеко живут, есть фабрика, которая самостоятельно сама производит носки. Они там 200 лет вроде как существуют, мама говорит, они до сих пор занимаются этим, не закрылись, что в наше время очень достойно и похвально, мне кажется. И вот мне от этой фабрики прислали вот такие вот носочки след, серые и белые, прям как я люблю, спасибо. Они, кстати, хлопок, и они очень такие плотные, то есть они, я думаю, что их можно будет подольше поносить, они прям приятные. Вот, это один подарочек. Плюс тут же это получается от маминой сестры, у которой она жила, когда ездила, и от ее мужа. Ну, от их семьи, так скажем. Потом очень милый и скромный подарок. Ну, здесь денежка тоже. Кстати, тетя Настя подписала эту открытку. То есть я не буду открывать, все-таки личное поздравление. Но здесь вот ее почерк. Вот, вот эту коробочку конфет мне передал дядя Юра и тетя Ира. Да, в конфеты очень вкусные, с моими любимыми орешками, фундук, миндаль. Так что буду, ну, не одна, будем пить чай. Было вообще неожиданно и очень приятно, что на день рождения я получу подарки вот еще как бы от тех людей, с кем мама проводила время. Это было супер классно.
И вот такую коробочку подарила моя тетя. Это получается вот эти подарки от старшей сестры маминой, а эти от самой младшей сестры. Здесь мыло для рук в такой коробочке и крем. Так, если я открою. А, ну вот так это выглядит, в общем. Очень вкусно пахнет, я уже все понюхала. Надо мне, кстати, отписаться. Спасибо сказать. Коле, кстати, тоже прислали коробочку. Просто как, ну не день рождения, а просто как привет. Там гель для душа и шампунь мужской. И вот этот подарок, который меня очень тронул. Это вот такая сумочка. Я, если честно, в шоке была, когда мама мне ее дарила. Я не верила своим глазам, что у меня будет такая сумка. Я знаю, что вот эти сумки сейчас очень ценятся. Сейчас я вам ее так вот покажу. Они сейчас просто ценятся, потому что это ручная работа. Это связанная вручную сумочка, шопер. То есть ее можно брать в магазин, покупки, да, какие-то совершать. И у нее такой цвет универсальный, она ко всему подойдет. И я просто в восторге от этой сумки. И я бы вот просто не отказалась еще какие-то разные варианты иметь. Говорю маме, может, можно заказать тете Наташе. Это вот мама куда сначала заезжала после поезда к тете Наташе. И она подарила, передала мне. Я просто вообще в восторге. Огромное спасибо. Мне очень понравилась эта сумочка. Я буду обязательно с ней в магазин ходить. Здесь сюда даже можно дочери какие-то вещи складывать, когда мы, допустим, куда-то едем, машину с собой брать. Она такая вместительная. То есть я могу сюда сложить там водичку, покушать ей что-нибудь, какие-нибудь хлопушки с собой, там кукурузи. Потом, допустим, могу положить ее какую-то запасную кофточку, свой кошелек, телефон. Сюда все влезет. Она прям такая вообще, мне понравилась, очень интересная. Она и мягкая, но в то же время она такая вместительная. Вот, она связана. Это все вручную она делает. Если честно, сначала подумала, что это просто, ну, как покупная сумка. Потом мама начала рассказывать, что тетя Наташа вяжет. И это вот она сама приготовила, связала. Вообще классно, очень мне понравилось. Все, это вот такие подарочки. Надеюсь, я вам букет от Юли показала. Мама мне подарила еще букет. Сейчас вам, или я вам тоже показывала. Я показывала в начале видео. Мама мне подарила вообще штуки 3 или 4 букета. Белых, разных, красных цветов. Они по всей квартире стоят. Вот, так что огромное спасибо. Ну, а я пошла мыть посуду. Быт никто не отменял. Сахарный, да? Кафтан зеленый, бархатный. Отгадайте, что это будет? А? Это будет самая большая ягода в мире. Под названием Анна. А начинается, на З заканчивается. Ананас. Точно, ананас будет. Ананас. Это на этом храме, да? Про ананасов есть же, говорят, на... Иди, будем кушать. Ой, какой вкусный. Иди. Что такое? Иди сюда, будем арбузи кушать. Так выглядит капкейк изнутри. В принципе, то же самое, что и на заказ. Но очень много шапочки вот этой, на мой взгляд. Он, кстати, не приторно сладкий, вообще нормально. Но очень большая шапочка. Охота так сделать. Все, я добиваю свой чай, заканчивается мой день, и я иду уже спать. Так что всем спасибо за поздравления. Я все читала. Всем пока-пока. Эвелиночка, все, мамин день рождения закончился, да? Будем ложиться спать. Где завтра подливается? А завтра у меня мой режим, да, продолжается, потому что кое-кто завтра именинница. Ну, если же больше. 2 нет, 3 нет. Давай, не тыкай уже его. Давай, мамочка уберет. Давай, все, давай, я ложусь. Спокойной ночи.